Депутаты Тверской городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета областного центра на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Были утверждены основополагающие цифры документа – доходы, расходы и дефицит. Планируется, что общий объем доходов Твери на 2022 год составит более 9 миллиардов 651 миллиона рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – почти 4 миллиарда 384 миллиона. При этом дефицит, по прогнозам, сформируется в размере 5% и составит 213 миллионов. Безвозмездные поступления из бюджетов разного уровня запланированы в размере более 5 миллиардов 267 миллионов. Основной приоритет – социальная сфера – образование, культура, физкультура и спорт, молодежная политика. Не менее важны и инфраструктурные проекты. Основные приоритеты – это, конечно, социалка, это, конечно, дороги, вопросы городской инфраструктуры. Это тоже очень важно для города, и уборка города, и работа наш МУБЖЭК. Основные направления бюджетной и налоговой политики города скорректированы с учетом сложившейся экономической ситуации в стране, вызванной коронавирусной инфекцией и принятие мер по устранению ее последствий. В числе главных задач, поставленных на предстоящие годы, мобилизация резервов доходной базы бюджета Твери с целью увеличения доходного потенциала. Что касается дальнейших действий, то теперь главный финансовый документ муниципалитета обсудят на публичных слушаниях. Процедура публичных слушаний подразумевает то, что жители участвуют в бюджетном процессе города. Конечно, жители высказывают свои предложения. Почему публичные слушания проводятся именно после первого чтения? Потому что можно внести какие-то изменения в части бюджета. Публичные слушания пройдут в стенах городской думы 10 декабря. После этого, с учетом мнений и пожеланий граждан, начнется кропотливая работа по подготовке главного финансового документа Твери ко второму чтению.